то время, когда правительство Чеченской Республики целиком и полностью погрузилось в войну по защите интересов России, Ингушетия увидела в этом возможность и наращивает обороты для подготовки почвы по захвату новых чеченских земель. Так, на одном из федеральных каналов Ингушетии была показана интересная книга с названием «Ингушские населенные пункты», где жирным шрифтом обозначалось название чеченского села Бамут. Отсюда следует, что процесс по захвату очередного чеченского населенного пункта уже запущен, и показано это видео не просто так. Идет прозондирование почвы и реакции, чтобы понять, держит ли руку на пульсе чеченская сторона, и может ли Ингушетия под шумок продолжать экспансию вглубь Чечни. Для тех, кто не в курсе, напомним, что Бамут – это чеченское село, которое несколько раз уничтожалось в Кавказскую войну. Бамут также запомнился сражением под названием «Битва за Бамут». Это эпизод Первой Чеченской войны, в ходе которой 10 марта 1995 года развернулись затяжные и ожесточенные бои за село Бамут, длившиеся полтора года.